Чего? Привет еще раз, Аркаш. Дело есть. Помнишь, ты говорил, что ты в театре работал? Работал. И там блистал. Претендент на номинацию на «Золотую маску» за роль второго плана в 2003. Понял. Тут это... Нужно кое-что сыграть, роль одну. Гонорар? Аккуратнее. Я знаю себе цену. Ну, 1000 рублей есть. Веди меня, Вергилий.